Всем привет, друзья! Вы на канале Mars Life. И в сегодняшнем видео хочу вам показать, чем пользуемся мы, точнее, какими сайтами, где покупаем билеты на авиа, потому что под последним вот недавним постом появились вопросы о том, какая стоимость билета с Чехии в Украину, конкретно с Праги в Киев. В последнее время мы летали чешскими авиалиниями, вот на вашей картинке данный сайт можете посмотреть в верхнем левом углу csa.cz. Открывается сайт, он дальше уже переходит автоматически на русский язык. И откуда вы улетаете? Прага, Рузине. И куда уже нажимаем, выбираете себе любое место назначения. То есть все эти города, откуда с Праги можно попасть в любой из этих городов. Нас интересует конкретно Киев. Других вариантов пока не дано. Выбираем, ищем вот наш Киев-Борисполь, и дальше уже вы переходите с выбором туда или обратно, в одну сторону, и либо еще один вариант, еще одно возвращение. То есть мы брали вот в одну сторону, в чем преимущество, здесь вы можете сами выбирать, когда вам удобно это все сделать. Если планируете ехать туда и обратно, можете выбирать туда и обратно. Если в одну сторону, то в одну сторону, и потом дальше уже можете распланировать по времени, как вам удобно вернуться в любую из дат. Вот, дальше переходите на месяц, это показан уже июнь 2020 года, то есть крестики, это означает, что уже билеты недоступны, то есть уже дата это прошла, вот конкретно сегодня 30 число, но он уже тоже недоступный. Переключаемся на июль, и вот любую дату, вот конкретно нас интересовало там вот 8 число, 8 июля, вот почему-то там был спор на эту дату. И выбираем взрослый от 1 человек, ребенок, если есть, там ребенок до 2 лет, ребенок от 2 до 11, промокоды и так дальше. Ну, мы ставим вот на одного взрослого, берем 8 июля и нажимаем поиск рейса. То есть такая вот вам будет инструкция, чтобы вы видели, понимали. Это сейчас очень актуально, потому что реально 2 часа полета, вы уже прямиком с Чехии в Украину прилетаете без всяких проблем. Вот, ну что мы видим? Значит, здесь у нас ваше бронирование, один пассажир, среда 8 июля 2020 года. И вот, пожалуйста, ценовая политика от 2454 кроны, 2694, 3000 и так дальше. То есть это у нас цена указана за один билет на одного пассажира эконом-класса и с ручной кладью. То есть нажимаем вот на эконом, и сразу нас показывает, что входит в эту стоимость. То есть вот такая вот, ну это трудности перевода, конечно, на это можем не обращать внимания. То есть ОК плюс, это мили, если вы зарегистрируетесь, будете получать еще бонусы от компании ЧСА. Это бонусы за корпоративное лицо, то есть если у вас фирма. Ручная кладь 1 на 8 килограмм. Зарегистрировать можно багаж на 23 килограмма от 650 крон дополнительно, то есть к этой цене. Дальше, место, если вы хотите выбрать какое-то возле окна, либо там в начале, либо в конце, как удобно, дополнительно 130 крон. Изменение бронирования, если вы, допустим, не улетаете в этот день, нам нужно другое число перенести, 1560 крон. Это все дополнительно, ребят, то есть это не оплата сразу. Если вы просто хотите купить билет с ручной кладью, там, с рюкзачком маленьким, с маленькой сумочкой, пожалуйста, 2454 кроны, нажимаем тут галочку, все, вы выбрали это место, все. То есть вот вас указывается, ваше общее количество 2454 крон. Больше ничего. Если вы хотите уже с багажом купить, пожалуйста, 3129 крон, цена с багажом. Ну и если вы хотите уже разный вариант, там выбор места, легкий перекус, там какие-то сэндвичи и так дальше, то тут уже, пожалуйста, чуть уже лучше. По ценовой политике 4079. Тут уже добавляется еще одна сумочка на 3 килограмма. Тут уже больше платят бонусов. Так сказать, Sky Priority, то есть приоритетная посадка. Ну и изменение бронирования для любой разницы в тарифе. То есть это вы уже сами выбираете. Бизнес, цена уже будет 6324.
что такое бизнес. Здесь вы можете уже посмотреть две ручных клади по 8 кг, еще маленькая сумка на 3 кг и два багажа по 32 кг. То есть вот вам, пожалуйста, 6300. То есть такая вот ценовая политика. Ну, бизнес мы не рассматриваем, мы выбираем эконом-вариант. Ну, допустим, мы захотели взять с багажом, это самый популярный вариант, 23 килограмма сумочку, выбрали, то есть вот этот вариант за 3000 там, крон. Вот, и дальше нажимаем «Продолжать». Грузится наша страничка. Предлагается с чешского на русский, то есть это перевести. Дальше идет регистрация уже ваших данных. То есть здесь уже заглавие «Гражданин». Фамилия, вводите вашу фамилию, там, вот, Игорь Мороз, фамилия там ваши, любые другие данные. Программа лояльности, если зарегистрированы, вводите номер участника, регистрацию проходите отдельно. С правой стороны, видите, показывается дата вылета, дата прибытия. Если вы вылетаете в 11:35, желательно за 2 часа уже быть нужно в аэропорту. Дальше, обязательные данные, указываете вашу электронную почту. Указывайте ваш мобильный телефон. Либо это чешский номер телефона, либо украинский. Ставится галочка «Я согласен участвовать там в конкурсе». И если там хотите, запоминайте все эти данные. И дальше продолжаем. Обязательно обратите внимание, все данные ваши нужно вводить английскими буквами, либо латиницей. Не русскими, не украинскими, просто английские буквы и все. Так, когда данные все заполнили, дальше нажимаем продолжать. Галочки все поставили. Происходит у нас загрузка. И дальше уже, если вам дополнительно нужно еще там дополнительный какой-то багаж, пожалуйста, 650 крон выбираем сюда, выбираем свое место, менюшка там выбираем, если хотите кушать и так дальше. Вот, показывается страховка, но если вам это нужно, пожалуйста, ну это рекомендации фирмы, компании, то есть это, как правило, никто ничего не покупает. Вот, общая сумма, обратите внимание, 3129 крон, это с багажом. Выбираете какой карточкой, потому что платите только карточкой. Допустим, это там MasterCard либо Visa. И нажимаем оплатить. Ну, дальше я уже не буду переходить. Там нужно вводить свои данные. Нужно вводить свои просто номер карточки, CVV-код. И получаете номер бронирования. Ну, а после уже с этого бронирования, если хотите, делайте онлайн регистрацию. Там все тоже очень просто. Просто вводите паспортные данные уже заграничного вашего паспорта. Вводите номер бронирования. И получаете билет уже полностью на свою электронную почту. Можно с ним приехать и распечатать его прямо в аэропорту, если хотите. Можно с телефона прям пройти с этим билетом и полностью уже улететь в Украину с багажом, со всеми делами. Не забывайте, если у вас есть онлайн билет, то нужно прийти на стойку регистрации и сдать свой багаж. То есть это обязательное условие. То есть такая вот получилась инструкция, как, что и куда. Поэтому вот, ребят, это важно, то, что хотел с вами поделиться. Очень актуально сейчас, ввиду того, что очень много людей уезжает там, через Польшу, через Словакию, через Венгрию, чтобы не было там никаких штрафов, потому что ситуации были разные. Не забывайте ставить обязательно эти печати. Все видео для вас здесь снимаем, рассказываем, чтобы вы были осведомлены, проинформированы, чтобы не попасть на эти штрафы. Вот, хотите, едьте автобусом, конечно, но мы выбираем легче путь. Да, он чуть дороже, конечно, по ценовой политике. Может быть, там, но в любом случае это ваше время и никаких проблем. Уже прямой перелет с Чехии в Украину, дальше уже там с Киева сориентировались и поехали куда вам удобно, в ваш город, как желаете. Так что такая вот, ребята, информация, которую хотелось с вами поделиться. Спасибо, что остаетесь с нами. Кто еще не подписался, подписываемся на канал, делитесь этим видео, ставим лайки, если полезно все было. Так что до новых встреч, увидимся скоро. До свидания, всем пока.